В рамках развития комфортной городской среды в Семее ведутся строительные работы, текущий ремонт дорог, благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. В связи с этим аким области Нурлан Уранхаев провел очередной объезд по объектам города с целью ознакомления с текущим процессом. Глава региона ознакомился с ходом ремонта внутриквартальных дорог. По улице 10-й переулок микрорайона «Юность» планируют запустить новый автобусный маршрут. С этой целью здесь проводится средний ремонт дорог. Нурлан Уранхаев дал поручение соответствующим управлениям регулярно держать на контроле ход ремонтных работ. В поселке Ушахтар сейчас начаты дорожные ремонтные работы. Сегодня первый слой укладывает подрядная компания. Протяженность дороги составляет 1,2 километра. Работа будет завершена на днях. В 2024 году запланировано проведение работ по среднему ремонту дорог на 40 улицах города. Из них 22 улицы находятся на левом и 18 на правом берегу. В данное время по 7 улицам левобрежной части города определена подрядная организация, и работы начаты с 1 апреля. По улице 10-й переулок микрорайона «Юность» началось асфальтирование дороги. На этой улице раньше не было асфальтированного покрытия. Сейчас данная работа на стадии завершения. Около двух улиц будут заасфальтированы в районе Ушахтар в текущем году. Первый слой уже завершили, сейчас уже укладывают второй слой асфальта. Жители поселка выразили благодарность за проводимую работу. По их словам, здесь долгое время не было нормальной дороги. Весной, когда все тает, ни машине, ни людям не пройти, не проехать. А сейчас мы очень рады таким изменениям. Надеемся, что это только начало. Это, безусловно, очень хорошее начало. Спасибо за ремонт, спасибо за такую работу. Хотим, чтобы и на других улицах проводились такие работы. Теперь дети будут приходить со школы чистыми. Хорошо, что улицу ремонтируют. Раньше сменную обувь носили с собой. Два года назад посыпали щебнем. Сегодня работа в полном объеме проходит. По улицам Автодорожная, Токжигитова дорожные работы уже завершены. На улицах Шахтар, Карменова и Центральная работы на завершающей стадии. По остальным 33 улицам конкурсные процедуры государственных закупок не завершены. Ориентировочно работы начнутся в июне месяце. Кроме того, в поселке Ушахтар будут проведены работы по градированию дорог с подсыпкой инертного материала на двух улицах. Толшон Шакыртхан, Анатолий Тернов, телеканал «Семей».